едем. Конденсаторы везем, Денис. Я взял, которые были. Сейчас возьму еще, которых не было. Где-то мне. Вот. Может, их проще подсоединить будет. Все долго так, как в натяжку в какой-то отсутствие это было на этом мотоцикле. Ну все, едем к Денису. Сейчас нагреется, будет хорошо ехать. Мощи тут, конечно, меньше намного, чем в лыжаке. Прям чувствуется. Водит прям. Прямо водит, водит. Ну я его вытянул на этом уступе прям на себя. Заметно, как водит мотоцикл, да, ребят? Просто вообще. Это вот шипатая резина так себя ведет. У ней плюсов много, ну и минусы вот такие. Ощущения, ну, ощущения, они же не просто так, действительно ее там вводит на шипах на этих. Ну и вот она прям, это первый раз никогда не ездили, вот видите, просто вот перед-зад просто вот так ходит. Вы поедете, ваш вестибулярный аппарат это будет переваривать очень сложно. И даже можете отказаться от этой всей затеи, быть эндуристом. Потом привыкаешь к этому вообще, ко всему, и даже не замечаешь, что его возюкает там. Но вот сейчас я замечаю, потому что я вот в последнее время езжу на дорожных покрышках, на дорожных мотоциклах. Их так не вошкает. На них просто можно упасть на такой дороге, на обычной резине. Но зато не вошкает. Пятая пидорача, я еду с оттягом, так сказать. Он, все короткие передачи, он не скоростной. 100 такой, 60 показывает. Может, чуть побольше едем, чем 60. А в 70 сейчас едем. Но я сильно вообще не кручу. Крутануть он, может, и 80 пойдет. Третья. Четвертая. Пятая. Чики пошел. Я бы не сказал, что на нем удобнее, чем на ижаке ехать. На ижаке тоже удобная посадка. Все там
чики-пуки спроектировано эргономически. Единственное, вот на ЖЖ хода подвесок маленькие, особенно задний, вообще на коловая там. Черепаха мчит, как угорелые. Тут уже недалеко, там за посадкой. Направо, потом налево. Четвертая. Кубов моторчик. Лифан. Китайский, нижневальный. То, что мне надо, просто цаца мотор. Там вон туда по посадке, вон по той, туда-туда. Смотрите, вроде как посадки далеко, а долетаю я до них вообще считанные секунды. Вот была посадка далеко, вот она, пожалуйста. Сейчас мы уже к ней приедем. Вот она уже, приехали. Сейчас вот та перпендикулярная посадка, мы к ней приедем. Вон она. И вдоль нее поедем. Мы доехали до нее. Заперпендикулярились. И вот сейчас до конца этого поля скошенного, до начала вот того зеленого, вдоль этой посадки. Казалось бы, далеко вот вроде. Сейчас чик-чик и там. Пятая. Проверил, думал, может, четвертая. Оказалось, пятая. Вон до той границы. Снесло. Ну, пыль такая с камешками, с земляными, с черноземом. Она скользкая на самом деле. Помню, в детстве на велосипеде едешь, так можно скользануться, и все, лежишь на велике. Руки стерты до крови, с черноземи в этом. Вот доехали до этой границы поля. Сейчас мы. И сейчас вот до туда, вон он, куст там, дерево. Оно там на спуске. Нам туда, до конца поля этого. И поперли. Ну вот 70 по спидометру. Еще газу очень много. А у меня карбюратор от 125 стоит, а это 200 кубов. У меня есть карбюратор 250-ный новый. Надо будет поставить, попробовать. Братуль
жильца предупреждаю, мало ли, что он там делает со своим Юпитером. Может, уехал уже. Там спит. Артулет, все привет. Ты БСЗ сделал? Сейчас. Я все привез. Даже сливки. Сливу привез тебе. Покушать. Блядь, подожди, ты был на синем мотоцикле. А теперь белый. Я коней меняю. Я местами менял, ты конденсаторы. И что? Нихуя толку не дал. Ну все.